Послание президента белорусскому народу и национальному сходу протягивают обмерковывать у регионе. Гендиректор предприемства «Гомель Абл Аутотранс» Дмитрий Старостенко был удельником сустречи. Кажа, полностью поделяя меркование керовника державы. Коли мы разом здольные вырашать любые задачи. Размова не только о перспективах развития экономики, але и об створении умов для захования семейных каштовностей. Куда движется страна, как она должна вести себя на международной арене, я целиком и полностью поддерживаю главу государства и по внешней, и по внутренней политике. В первую очередь, это сохранение патриотизма в нашей стране. Во вторую очередь, это сильная власть должна быть в нашей стране, присутствовать и в дальнейшем, на что нацелен ближайший референдум. Ну и, конечно, для меня, как отца троих детей, я считаю, что те семейные ценности в обязательном порядке должны быть закреплены и в Конституции, и это прозвучало в послании президента. Основная крыница добробыту – добросумленная праца. Только так мы сможем переодолеть все тяжкости, у тым лику, связанные со внешними санкциями.